серия конференции Сезон Кап 2016 года. Сильвер дивизион 1-2 финала. Встречаются команды ТСТЕК форма синяя и команда ПЛЕЙТЕК форма сине-белая. Сегодняшнюю встречу обслуживает бригада арбитров. Арбитр национальной категории Максим Кравченко, город Киев, Украина. И арбитр национальной категории Леонид Жиронкин, город Киев, Украина, форма красная. Yeah.
Мяч забил Иван Нестеренко, номер 13. Мяч забил Евгений Коновалов, номер 44. Thank you.
Первый фол. Забил Антон Свидеров, номер 13. Минутный перерыв через тет. Вадим Николаев, номер 10, автогол. Ро, дроп, дроп!
Евгений Савчук, номер 5, желтая карточка. Первый фол. Третий фол, плейбек. Сергей Заварин, номер 2, желтая карточка. Не полетел.
Последняя минута первой половины встречи. Мяч забил Антон Свидерок, номер 13. Давай, 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 давай.
Саня, врывайся, ну как что не сказать, Саня, врывайся. Первый фол, теннис тек. Выбрасывайся на него, Вадь! Yeah.
Второй гол ТСТ. Четвертый фол ТСТ. Пора, пора.
Второй фол, дайте. Thank you.
Евгений Савчук, номер 3, желтая, красная карточка. Мяч забил Антон Сидоров, номер 13. Иван Нестеренко, номер 13, желтая карточка. Последняя минута второй половины встречи. Мяч забил Андрей Колесовский, номер 11. Мяч забил Александр Гавриленко, номер 7. Закончилась встреча между командами ТСТ «Плейте». Мяч забил Владимир Кравченко, номер 3. О, серьезно, желтая карта. Ну давайте уже, даже спросить нельзя. Я выключаю. Табло. Табло, хорошо. Или Бог, я тебе объясню.